1 сентября 2022 года быть новому актовому залу. Проект 9 А-класса «Актовый зал. Пространство возможностей» стал победителем городского конкурса «Твой бюджет в школах». Он получил высокие баллы экспертной группы, а до этого прошел строгий отбор в школе, где на победу претендовали сразу 7 команд. В старшей школе кипит работа. Замеряются пространства, создается их дизайн, разрабатываются сметы, изучаются коммерческие предложения. Что происходит? Это просто старшеклассники включились в городской проект «Твой бюджет в школах». Предложи идею и получи деньги на ее реализацию. Условия проекта кажутся элементарными, но не все так просто. Одной идеи недостаточно, необходимо продумать все до мелочей, включая дизайн и даже смету. Команда 11 А-класса разрабатывает проект актового зала под названием «Стоп-камера-мотор». Ребята планируют сделать многофункциональное пространство, удобное для любых целей. Полученные навыки наверняка пригодятся в будущем. В ходе работы над этим проектом мы научились работать со сметой, разрабатывать дизайн-проект и договариваться с подрядчиками. Над обновлением актового зала трудится и команда 9 А-класса. Ребята мечтают создать несколько арт-пространств. По их мнению, это позволит реализовывать даже сложные проекты. В ходе работы над нашим проектом мы научились организовывать команду, составлять сметные расчеты паспорт, конкретизировать и визуализировать идею нашего проекта, создавать и представлять презентацию. Команда 11 Б-класса мечтает преобразовать одну из рекреаций лицея в планету игр. Ребята хотят создать уютный уголок, в котором каждый найдет увлечение по душе. И кажется, команда разгадала успех любого проекта. Ответственный подход к делу, энтузиазм, творчество, желание сделать что-то новое и полезное для себя и окружающих. В умении правильно распределить обязанности в группе. Но главный залог успешности любого проекта – умение работать в команде! Создать в рекреациях полезное пространство мечтают ребята из 9 Б-класса. Причем они не намерены ограничиваться одним пространством, а планируют охватить сразу 3 площадки. Сам этот проект для нас оказался неожиданным, и мы приняли участие в нем спонтанно, потому что увидели какую-то перспективу. В нашей команде собрались люди с разными взглядами, поэтому иногда было сложно договориться по каким-то вопросам. Также очень приятно удивила поддержка со стороны нашего наставника Ольги и администрации, которая была лояльна даже к самым смелым идеям. Команда 10 А-класса работает над площадкой для воркаута и тенниса на территории школы. Проект ходит весьма интересно, а главное, он серьезно сплотил команду. Самым интересным в проекте было обсуждение различных тем и вопросов, к примеру, составление сметы. До этого никто этим не интересовался и не занимался, поэтому пришлось углубиться в данную тему, все стали разбираться в этом, и это расширило наш кругозор. Ребята из команды 10 Б пытаются создать в библиотеке лицея «Выручай комнату». Они уверены, что именно такого пространства не хватает нашему лицею. Данный проект в первую очередь позволяет нам обновить пространство в школе, в лицее, которого и так мало. А также мы плодотворно поработали командой. Команда 9 В тоже взялась за библиотеку. По проекту она должна стать более современной. Однако авторы признают, работать было непросто. Самым сложным для нас было это составление сметы, потому что раньше мы этим никогда не занимались. Спасибо нашему наставнику Ольге, которая рассказала нам, как это делать. Я как наставник проекта хочу поблагодарить всех участников данного проекта и хочу от своего лица сказать, что очень приятно мне было окунуться в детскую такую жизнь, но во взрослую жизнь, несмотря на то, что это дети. Все ребята показали свой командный дух, а также, конечно же, заинтересованность в благоустройстве нашей любимой школы.